В этом видео мы расскажем вам о новом продукте от компании Секам – электротехнических пластиковых шкафах. В частности, речь пойдет о распределительном боксе Секам Multibox. С помощью данного бокса можно организовать 12 однофазных подключений или 4 трехфазных подключения. Секам Multibox позволяет создать надежное подключение абонента с основной линией, упростить монтаж и обслуживание, экономить время монтажа, обеспечить быстрый доступ для отключения подключения абонента, оперативно идентифицировать, какому абоненту создано подключение. Данное решение подойдет для монтажных организаций, занимающихся строительством и обслуживанием линий для коттеджных и дачных поселков, густозаселенного частного сектора, а также для проектных организаций, которые занимаются проектированием абонентских подключений. Кроме того, задача для проектанта упрощается тем, что мы готовы предоставить типовые решения. Сейчас мы находимся на Черноморском побережье, в курортном Коблево. Здесь, в одном из коттеджных поселков, при реконструкции возникла необходимость во множественных абонентских подключениях. Решение, кроме абонентских подключений, должно было учитывать влажный и соленый морской климат, а также воздействие ультрафиолета. Особенность данного объекта заключается в том, что большое количество подключений абонентов от одной опоры. Было принято нами решение использовать мультибоксы для подключения 12 абонентов от одной точки присоединения. Тем самым облегчили подключение, монтаж и надежность увеличили линий. На данном объекте уже установлено 25 боксов и планируется устанавливать еще в дальнейшем на верхних улицах. Бокс изготовлен из термопластика, устойчивого к негативному воздействию холода, тепла, ультрафиолета, а также соляного тумана. Степень защиты бокса от влаги и пыли IP55. Бокс открывается вертикально и крышка фиксируется в вертикальном положении. Внутри бокса находятся шины, которые позволяют создать 12 однофазных подключений и 4 трехфазных подключения. Также внутри бокса есть инструкция по монтажу. Зауженные стенки бокса позволяют осуществить быстрый и удобный доступ к шинам. В нижней части бокса находятся уплотнительные резинки. Ввод и вывод кабеля осуществляется снизу бокса. Также есть возможность опломбировки. Бокс можно закрепить как на опоре, так и на фасаде здания. Ассортимент пластиковых ящиков не ограничивается продемонстрированным решением. На складе компании Секам есть готовые решения для альтернативной энергетики, уличному освещению, учету электроэнергии, а также распределительным сетям. Вся продукция соответствует европейскому качеству. Под каждый продукт мы готовы предоставить типовое решение. Для технической поддержки и заказа пластиковых ящиков обращайтесь по контактам, указанным на экране. Если это видео было вам полезным и интересным, ставьте лайк и следите за нашим каналом. В следующем видео мы попробуем сравнить пластиковые и металлические ящики, показать их плюсы и минусы.